Итак, я приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы играем Tomb Raider, расхитительница гробниц. Итак, у нас первая часть была ознакомительная. Эй. Теперь. Эй. Есть там кто? Ну давай посмотрим, есть здесь кто. Тут только что играла музыка. Так, а это у нас уже, как я понимаю. А хотя нет, еще что-то ознакомительное тоже может пройти, потому что там у нас были сбор. Наверное, это и есть сбор. Небольшой средств. И как мы лук достали. Ну и все. Давай, слазь. А если я не полезу, подожди. Так. Что мы тут видим? Вот надо осматривать, тут есть всякие достижения и тому подобное. Артефакты, записки, документы и мало ли чего. Так, не, вниз. Вот shift. Так. Что это за символы? Смотрите, какой человечек нарисован. Так. Какая-то немецкая каска. Из нее сделан очаг. Так, мы прошли. Ладно. Что я делаю? Так. Ну-ка. Ага, инстинкт выживания этот. Значит, не очень еще. Так. Какие-то записи, кто-то здесь. Боже, это безумие. Здесь кто-то жил, что ли? Ну-ка. Давай. Посмотрим, что ты скрываешь. О, нет. Так. Здесь у нас что? Традиционная маска театра Но. Женщина в обличии демона. Она древнее остальных. Господи. Так. Осмотрите, чтобы получить скрытую информацию. Правая, чтобы изменить угол обзора. Так. А что мы вот... Изнутри следы белой краски. Вот. Маску надевал человек знатного рода. Вот все так. Это мы нашли. О, господи, вот это как... Пашно это чего? Прям как моя бывшая. Ну ладно. Артефакт. Что это такое? А, это обозначение артефакта. Так. Раз. Мы здесь. Кто там? Что-то я не понял. Что мы сделали? Что-то искали, не нашли. Так, а здесь у нас... Топорик. Вот. Ну, бери. Не гнушайся, давай. Хватай его. Молодец. Кирка, получено новое снаряжение. О, это кирка, не топорик. Извиняюсь. Так. Музыка вот отсюда играла. Солнце. Жертвоприношение, поклонничество. Ну, тут, кстати... Не человеческое мясо, насколько я вижу. Ну, черепа-то человеческие. А вот туши животных. Ну, могли бы прибрать. Могли. Почему не сделали, непонятно. Так. И... Нажимайте. Ага, вот так. Понятно. Что, для чего и зачем. Кирка есть. Стрелы есть. Лук есть. Да, и это взломаем. Вот так. На раз-два. Так. Что он нам несет? Господи. Одна антисанитария. А нет, хотя почему? А, нет, ну здесь да. Там уже трупы животных были. Так что антисанитария. А вот здесь вот...
Ага. Ну нет, ну я... А, нет, неправильно делал. Так, осторожно, осторожно, волки. Волки. Давай, я сам вон страшнее любого волка. Так. И опять где-то набрать же этих касок. Еще что-то наложили. Вот кто огонь зажег? Он бы давно бы уже потух. Значит, кто-то где-то должен быть живой. Ну, если все рассуждать логически. Так. Сэмми. Так. Чтобы потушить факел. Это мы сейчас где? Мы между... Ага, вот какой-то... Так, открытая карта. Артефакт. Ну, если я не ошибаюсь, этот артефакт я нашел. Это была маска. Два тайника из пяти. Карты сокровищ да, пока не нашел. Вот мракоборец еще тоже не... Что это за мракоборец? Я вот... Карта сокровищ. Что, убрать? Нет, не надо. Не пойму тогда, что это такое. Тайники. Мы нашли тайники. А, так мы и нашли их. Раз, два. Понятно. Так. О. Что мы видим? Так, так, так. И нападай. Лара, ты жива? Конечно. А ты даже и не ждала, да, меня? Сюрприз. Нормально, он один из нас. Прошу прощения, если напугал. Здесь кто угодно испугается. Мы говорили с вашими людьми. Они кто? Уже идут сюда. Вот. Ты откуда? Он перевязал мне ногу. А, ну хоть чем-то помог. О, где мои манеры? Простите, я Матиас. Ага, ага. Что за учителем? Побрякушки у тебя? Не ты ли там туши разделывал? Но, боюсь, для жизни на острове я мало пригоден. А для чего ты пригоден? Дорогая, ты устал? Расскажи. Садись. Да. Сэмми как раз рассказывала мне об императрице Солнца. А Пимика? Расскажи еще. Мне интересно. Так. Мне интересно. Ну, хотите, зачем хотите, тебе? Хотите нет, но пару тысяч лет назад императрица Пимика была владычицей Японии. Конечно, мы видели японские надписи. Она любит об этом рассказывать. Пимика была красивой. Загадочный, но властный и безжалостный. Откуда вот у нее модная стрижка? По легенде, она владела... Пошла здесь на острове долго. Силами. А здесь обычно я перестаю слушать. В вот мифах так. Всегда есть доля истины. Она командовала армией воинов-самураев, штормовыми стражами. В битве они оседлывали сам ветер и сокрушали всех врагов. Да сейчас. Говорят, какие-нибудь вертолеты, наверное. Приказу Пимика, и она правила всем, чего касались его лучей. Лазер. Или что? О, поплыл. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Он сейчас воспользуется этим. Слиняли. Твари. Бросили меня. Я буду мстить. Я буду мстить. Вот так. Теперь еще и капкан. Так, а я умею разбирать капканы там на запчасти, что там, банки какие-то собирать. И... Так. Ну... Так. Еще? Еще? О, так. Единственный был.
Сколько вас еще? Так. Давай, 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 давай. Ух ты. Рейс. Рейс. Давай. Давай, помогай мне. Господи. А ничего, что у меня нога там. А если отскочит, срикошетит? Или еще что? Давай. Хорошо, что вы здесь. Сэмми с вами? Она с тобой была? Она была здесь. Поделитесь оружием со мной. Но я отключилась, а проснулась, их уже нет. Девушкам нельзя гулять одним. Надо их найти. Надо. Стойте, а как же Рон? Так, ладно, мы разделимся. Кто-то пойдет с Ларой навстречу роту, а остальные разойдутся и поищут Сэмми. Окей, да? Нет, нет, я с ней. Ой, ой. Пользоваться-то умеете? Когда-то умел. Думаю, вспомню. Идите к роту. Мы найдем Сэмми. Так. Ты как, ничего? Вроде да. Передохнуть бы пару минут. Ну, давай, передохни. Будем сейчас собирать одно, другое, третье. Посиди здесь. Мне кажется, кто-то должен напасть, раз на разведку. В прошлых же частях нападали. И в этой тоже кто-нибудь нападать будет. Куда ты пошел? С пистолетом. Тварь, оставил женщину. Неплохо. Так. Чтобы отдохнуть. Так, посмотрим, где мы. Так. А если я хочу вернуться, мне как назад? Как-то можно? Лагерь. Так. Мне как-то сюда обратно можно переделаться? Так, ну ладно. Что мы видим? Ага, это поджечь надо. Нет. Так. И поджигаем. Что мы там находим? Пушили факел. Запчасти. Собирай запчасти, чтобы модифицировать оружие. Хорошо, а как я их узнаю, сколько у меня запчастей? Карты. Так. Навыки. Так. Артефакты. Документы. Карта. А вот. Очки навыков. Запчасти. Вот оно. Ну ладно. Так. Что мы тут видим? Даже не верится, что мы и правда отправились в экспедицию разыскивать родину моих предков. С тех пор, как я рассказала Ларе историю Пимика, она всерьез занялась ее поиском. Я всегда считала, что все это только легенда. Хотя моя бабушка рассказывала это, будто делилась воспоминаниями. Много тысяч лет назад островом Яматай правила императрица Пимика. Само солнце всходило лишь по приказу Пимика. И власть ее была велика. Она простиралась повсюду, куда только доходил солнечный свет. Но однажды Яматай вдруг исчез без следа. И со временем все на свете о нем забыли. Ну, пока знакомиться. А, все понятно. Так, ну хоть что-то мы о ней теперь узнали. Так, мы куда идем? Вот да, я туда и хотел попасть. Хочу еще кое-что проверить. Так. Ну-ка. Я так думаю, что нам еще не раз придется возвращаться. Так. Вот так. Я даже не хотел поджигать. Ага. Это значит, сама она поджигает. А как из лагеря в лагерь-то переходить? Быстрой телепортации такого нету. Так. Что у нас здесь? Хорошо. Ладно.
Идем. Просто хочу добраться очки, взять снаряжение и посмотреть. Так. Так. Дверь закрыта, дверь открыта. Давай, туши. Ты можешь тушить факел или нет? Я не понял. Так, ладно. Вот так. Так. Нет, нет, нет. Так. Как же нам его достать-то? Вот так и достанем. Пройдем посюда. Так. 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 Ага, вот. Все. Так, мракоборец, мы можем, кстати, получить это, не знаю, на какой локации мы это делаем, я так понимаю, что на всех этих надо 10 штучек сбить. Так, и на. Есть. Давайте посмотрим, что я подстрелил. Я тушу должен разделать. Так. И... Да. Правда, откуда там запчасти, я не знаю. Так что... Так. Ну давай, давай, давай. Угу. Мы куда-то можем прийти. Не видно никаких висючек. Так, пока не видно. Ага. Так. Они по еще в самых непредсказуемых местах могут быть. Так, олень. Так, 4. Нет, не постоянность, число стрел. Так, идем, идем. Два. О, я сюда залезть хочу. Я хочу сюда залезть. Что мы видим? Вон. Так, тотем.
Ого. Так. И... На! Есть. Кстати, я стрелу вообще умею производить? Или нет? Где у меня опыт? Все это показано. Так, игрок. А, нет, это вообще не то. Навыки. Так, так, прогресс 13, навыка 3. Снаряжение. Так, комета. Так, это нет, это артефакты. Все не то. Документы. Нет. Ну, 50. Ну, смотрите, мы только здесь пока 3 тотема сбили. Вот там для кометы место есть, это я точно уверен. Только что она делает, я уже точно и не помню. Или разрывная какая-то штука, которая разорвет это дерево к чертям. Еще кто-нибудь видит какую-нибудь висючку? А, вот. Вот место. Так. Обыскали, нашли, взяли стрелы, смотрим, наблюдаем. Ну ладно. А нет, какой лад это? Тихо. Иди сюда, тварь. Я не могу этой киркой-то пользоваться. Блин. Во. Итак. Так, так, так. Не факт. Может быть, даже все 10 здесь. Что они дают, эти тотемы? Кому они принадлежат? Вот так. Мы там были? Да, мы там были. Больше вроде незаметно. Ну ладно. Раз больше мы пока не видим. Здесь. Может. Потому что просто здесь уже ничего и нет. Вот как она бегает, мне тут не нравится совсем. Так, это надо как-то будет сжечь, наверное. Потому что я сомневаюсь, что... Нет. Быстрое перемещение. Так, поставили метку. И... И... Что мы видим? Ничего. Так, ладно. Ну-ка, если вот сюда поставить метку. Так, а мы как поставили-то? Давай. Вверх по ручью. Стоп. Ручей, ручей. А, вот. К
как оно определяется. Понятно. Будем знать. Что у нас здесь? А тут? Нет, все-таки я думаю, должен быть какой-то быстрый способ перемещения. Раз мне придется туда-сюда бегать. Но об этом потом. Ну. Давай. Может, из лагеря в лагерь просто перемещаться как-то надо. Может. Ну, думаю, в лагерь заходишь и из лагеря в лагерь. Я так думаю. Это мы потом проверим. Сейчас пока немножко пройдемся по сюжету, посмотрим, что нам. Да ёж твою мать, я только его потушил, зачем? Посмотрим, что нам предложит данная локация. Давай, девочка. Давай. Идем, идем, идем. Вот. Япония, видите? Ну или Китай, там разница не особо будет. А раз речь шла про японскую там богиню какую-то или царевну, поэтому будет, наверное, Япония. Так. Что у нас здесь? Все, тушим. Сама бежит. Вот, кстати. Здесь тоже может быть это хрень, висючки-то. Так. Ага. Это мы до лагеря добежали. Все верно. Так. Ок. 20 стрел. У меня пока все нормально. И что не так? Кирка не выдержит. Чтобы открыть, нужен инструмент надежнее. Собирай запчасти, чтобы модифицировать кирку. Вот так. Все, не слава богу. Так, ну все, можно это убирать. Вот так. Вот. Не. Документы. А, подождите, документы я взял. А, да я открыл. Хорошо. Мне это не нравится. Поднимайся на холм. И большие ворота. На холм. Смотрите, вот подняться можно туда. Или спуститься. Так. Что нас ожидает? И... Есть. Ищи большие ворота, поднимайся на холм. Ой, мне кого-то тут отстреливать надо, что ли? Так. Еще один храм. Еще один храм. Правильно. Кому они поклоняются? Давай-ка посмотрим. Кого-то здесь убить, что ли, надо? Столько стрел лежит. К чему готовимся? Так. Ну. Все так. Так. Уитмен просто невозможный позер. До сих пор не могу поверить, устроить такую истерику во время рядовой съемки. Это же его работа, разве нет? Ведь в научной части экспедиции от него толку ноль. Когда мы найдем Яматай и начнем снимать, он придет в себя. Нет, это совершенно невыносимый тип. На камеру работать уметь. А я просто буду делать свое дело.
Лара не подозревает, но я ее снимаю, она должна получить ту славу, которую заслуживает. А еще она чертовски хороша в кадре. Очень надеюсь, что Уитмен с ума сойдет от зависти, но увидит он это не раньше, чем все остальные зрители Толуридского кинофестиваля. Ну вот, мы еще документ один нашли. Так, ну почему так много? Ну-ка, ну-ка. Нет, показалось. Так. Вот так. Оно для этого и было создано. Так. Идем вперед. Назад. Идем назад. Так, стрелы мне пока не надо. Это есть, это есть. Это. У ворот. Перемечать что? Так. Давай. Меня сожрут сейчас, сожрут. Красавчик. Так, нажмите, чтобы подсветить полезные предметы. Так. Так. Что нам? Ну, волки. Лара, сюда! Я кое-что нашел! Мне это не нравится. Поднимайся на холм! Ищи большие ворота! Хорошо. Так, это мне вот туда надо. Так. Ну, как я? Он специально, тварь. Все чисто. Это у тебя чисто. А мне, знаешь ли, уже... Так, а документы? Чего у меня с документами? Документы два, ну да. Ладно, хоть это не пропало. О! Что-то тайник. Так. Вот что я собираю? Тайник. Вот что в тайнике? Флешка какая-то или что? Что она мне дает? Наверное, когда все соберу, что-то даст. Так. Живность, неживность. Ну, он зайцы есть, а волки напали именно на меня. Так. И... Понятно. О, смотрите, еще что-то нашел. Так, осматриваем. Актеры театра Но поднимали и опускали голову, чтобы маска выражала разные эмоции. Женская маска. А кстати, смотрите. Так. Так. Ну, интересно, кстати, японцы придумали. Поднимали, опускали. Ну так. Маска. Собрали стрелы. Больше у нас вроде здесь пока ничего нету. Еще один храм. Кому они поклоняются? Заяц. Волк. Заяц. Волк. Не, что-то большое должно быть, крупное, я так думаю. О. Слышите? Вон они. Я их видел. А, твари. Так, ага, отсюда мне не получится. Вон они прибегают, убегают.
Давай. В рукопашную. В рукопашку. Бей. Где ты? Козел. Так. Он где-то с этой стороны был. Сколько вас здесь? Так. Разбежаться, перепрыгнуть. Так. На платформе. Так, кустик. Ага. Понятно. Так. Выходи, найди большие ворота. Найди-то, найди. Так. Вот, кстати, можно туда, пойди попробуй. Вот так, вот так, вот так. Смотрите. Что-то было, если не ошибаюсь. Стоять. Так, четвертый тайник. Из пяти. Мы находим. Пока я не понял, мы что, к лагерю пришли? Ага. Так, ладно. Мост. Видим еще один. Так. У Лары кризис самооценки. Что ж, значит, ради нее мне надо делать вид, что все в порядке. Но с этой экспедицией что-то не так. У меня плохие предчувствия. Чем мы ближе к треугольнику дракона, тем сильнее у меня сосет под ложечкой. И это не качка и не радостное возбуждение. Да что ж такое? Вообще-то я должна прыгать от восторга, что меня взяли в такое потрясающее путешествие. Хорошо бы уговорить Лару сделать перерыв и выпить по бокальчику. Так, выпить по бокальчику. Все бы только бухать. Меня тут волки сожрать хотят. А вам бы лишь бы бухать. Так. Вот давай-ка еще одним дневничок возьмем. Или что это? Еще одна маска? Маска традиционного японского театра Но. Думаю, это маска демона или они. Кто не знает, они — это китайские или японские духи, кстати, которые похищают детей и жрут их. Да. Они взрослых, конечно, жрут. У нас вот есть бесы, демоны, дьяволы, домовые, лешие, а у них они. Более подробно можете поискать в Википедии. Так, ну что-то я ничего не вижу. Что мы тут видим? Свет надо, чтобы попал, да, опять куда-то. Бирка с ценником. О, во. Да, чего тут только нет. Да. Не, да. Не древность. Ну ладно. Так. Пойдем туда. Это мы куда попали? Ну-ка давайте по карте посмотрим. Нет, я пока туда не хочу. Мы пока сюда еще не хотим идти. Так, ящик этот что, не разбить? Так, волков. Не видно.
Так. О, не падлыш. Перепрыгнули. Так. И... Опа! Мы смогли. Опа! Что-то нашли. Полная карта, координаты секретов. А, при... О! Полная карта координатов. Так, а это чего? Тайник, тайник. О, так мы можем вернуться. Но это попозже. Так, и здесь мы почти все открыли. Как я понимаю. Вот так. Гробница. Гробница. О, тайна. Так, ну сначала до сюда дойдем, потом гробница. Так. Стой, 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 стой. Кто ручит? Или мне показалось? А ты... Тварь. А нет, все-таки здесь тоже надо искать. Эти висюльки. Так что не все так просто. Где же, где же? Так, а на карте-то висюльки не показаны. Не показано. Ну, по крайней мере, мы карту взяли. Так. Волки. Не забываем. Волки. Где только они? Какое-нибудь замедление времени было. Как можно было сориентироваться. Так. Мы куда идем? Ищем, ищем. Мракоборец. Вот ты вот здесь стоял, тварь, с пистолетом. Не мог волков отогнать. Два совершенно разных стиля. Ну, тварь. Потрясающе. А тебе дам потрясающе. Ворота явно древние. Давай. Так. Что мы видим? Ничего. Где ты? Да. Опять выбежали, хотели сожрать меня. Кстати, они, может быть, и неубиваемы даже. Так что... Давай, 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 давай. Тут рядом с храмом ничего не висит. Понятно. Не будь мне мракоборцем. Ладно. Давайте посмотрим, что он нам скажет. Это великолепно. Это я без тебя вижу. Я видела такие. Похоже, ритуальные. Это женская фигура. Особенно интересно. Да. Внизу, если не ошибаюсь, что-то подобное было. Кажется, это сделали недавно. Несомненно, островитяне. Судя по всему, они тоже потерпели крушение и выжили. Да. Замечательно. Да, надеюсь, мы не станем убийцами, как они. Попробуй справиться с другим. Здесь нет рукоятки. Надо найти рукоятку. Вместе.
вместе. А, черт! Что-то не так. Не выйдет. Нужно найти что-то покрепче. Может, тут что-нибудь найдется? Давай, я пока поищу тогда. Что-нибудь найдется. Посмотрим, что тут можно сделать. Так. Ну-ка, это так могу вручную? Нет. Да. Что-то поджечь можно. Аматерасу? Возможно, возможно. Что я могу поджечь здесь? Так. Почему выжившие стали поклоняться древней японской богине солнца? Давай. Занятно. Занятно. Давай, я могу здесь все сжечь. Если хочешь. Если хочешь. Нужно найти что-то покрепче. Так, чтобы... Нужно так. Найти что-то покрепче. Он, собирай запчасти, чтобы модифицировать кирку. Хорошо. Буду собирать запчасти. Дорогая, подумай. Хорошенько подумай, прежде чем сделать этот шаг. В экспедицию я вложил все оставшиеся деньги, но они вернутся в десятикратном размере. Если ты сейчас со мной разведешься, не увидишь ни пени. Ты полюбила меня, когда я был никем, и знаешь, на что я способен. Мое чутье меня не оставило. Просто сейчас я переживаю творческий кризис. А какое? Скоро все изменится. Помнишь Лару, моя юная протеже? За ее научными теориями реальные данные. Ну да. У нее нет моего опыта. А под этим надо. Открытием будет стоять мое имя, и мое лицо будет на всех телеэкранах. Господи, если таких фазмов реально же где-то. Ждет грандиозный успех. Тут нарожать таких фурмодов. Если хочешь уйти, обещаю, я не буду этому препятствовать. Но, пожалуйста, подожди. Развод сильно повредит моему имиджу. Очень прошу, пожалуйста. Имидж. Мне хрен положил на твой имидж. Так, так, так. Поджечь, если даже мы подожгем. Так, это лагерь. Ладно. Я Лара Крофт, археолог с научного судна «Эндьюранс», разбившегося у берегов этого острова в треугольнике дракона, к востоку от Японии. Так, это очень странное место. Я видела обломки кораблей, которым уже сотни лет. Давай приобрести. Как тут приобретается? Ну, вот. Так. Раз мы это усилили. А, кстати, подождите, это лагерь теперь остался. Пойди, доктор. Ты готова? Или просто. Только есть, чтобы отдохнуть в лагере. Так. Если, предположим, мы отдохнули. Так. Ты готова? Я готова. А ты готова? И... Давай. Поехали, 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 поехали. Хоть бы прикрыл бы меня козел. Опаньки. Та женская фигура на воротах. Так. С учетом возраста символов, это может быть императрица солнца. Пимика? Уж не цель ли вещает вашими устами, доктор? Так.